сейчас прозвучали эти фанфары. Фанфары, которые старшему поколению говорят о том, что слушаете все. Да, сегодня здесь, в этом зале, в рамках недели науки, мы с вами говорим о легендарном человеке. Человеке, который в период Великой Отечественной войны сделал невозможное. Благодаря его усилиям мы пришли к тому, что предприятия с колес не остановились, что рабочие продолжили работать прямо по дороге. И благодаря этому мы пришли к 9 мая 1945 года. Он простой парень, глядя на обложку журнала, которая у всех на руках, и сразу не скажешь, что именно он стал маршалом Союза Советских Социалистических Республик, что именно он стал министром обороны нашего государства. Именно ему сегодня посвящается наше заседание. Его жизнь, его труд был направлен на то, чтобы гордо веял флаг нашей страны. И вот сейчас в наш зал внесут флаг Российской Федерации и флаг Санкт-Петербурга.
Спасибо, пожалуйста, присаживайтесь.